Добрый день, меня зовут Кострюкова Марианна, я консультант-аналитик компании Кадерлайн. Я расскажу вам о настройках в системе бухгалтерии Корп, части учета малоценного оборудования и запасов согласно ФСБУ 5/2019 запасы, о настройках программы по расчету себестоимости, о реализации в программе возможности учета аренды и лизинга имущества по ФСБУ 25/2018. В качестве вводной информации позволю себе провести краткий анализ понятий затраты и расходы, поскольку мы будем говорить с вами и об учете затрат в программе, и об учете расходов. Если на оси ординат обозначить время, а на оси абсцисс структуру активов предприятия, то процесс формирования активов можно представить следующим образом. Затраты осуществляются в течение определенного периода времени. Итогом затрат могут быть признаны либо активы, либо расходы. Расходы – это когда наши затраты привели к уменьшению экономической выгоды предприятия без создания какого-либо имущества. И ключевая фраза для определения расхода – это как раз уменьшение экономических выгод. Признание расходов всегда осуществляется на счетах 90 или 91. Чрезвычайные расходы в данном случае мы не будем рассматривать. То есть на счетах, на которых доходы встречаются с расходами и формируют в итоге прибыль. Затраты могут приводить к образованию активов двух видов. Это оборотный актив, либо внеоборотный актив. Затраты, которые были понесены с целью создания оборотных активов, называются некапитальными, а затраты, которые были произведены с целью создания внеоборотных активов, называются капитальными. Таким образом, по окончании периода накопление затрат приводит либо к образованию активов, либо к образованию расходов. Ну и посмотрим на примере, как осуществляются затраты с целью создания оборотных активов. То в течение времени накапливаются затраты на заработную плату, мы списываем материалы, начисляем амортизацию на основные средства, нематериальные активы. И в итоге у нас создается оборотный актив. И вот наши накопленные затраты мы списываем на стоимость готовой продукции в данном случае. Ну вот пример осуществления затрат с целью создания внеоборотных активов. Это на 0,8 счете. Мы тоже накапливаем затраты на заработную плату, списываем материалы, отражаем амортизацию. И создание внеоборотного актива отражается с одновременным списанием всей суммы накопленных затрат с 0,8 на 0,1 счет. Если процесс формирования прибыли представить схематично, то можно представить его в виде круговорота ресурсов предприятия, где вначале будет калькуляция, мы калькулируем себестоимость продукции. Себестоимость у нас формируется в процессе производства, но признается расходом только в момент продажи продукции. Только в момент продажи могут быть отражены доходы, расходы и прибыль от ее реализации. А в ходе производственного процесса расход не может быть признан в силу того, что он характеризует именно процесс их накопления. А вот в момент продажи продукции, работы или услуг мы можем говорить о расходах. Ну, таким образом, вот, следующим образом мы попытались объяснить различия этих двух терминов – затраты и расходы. Надеюсь, что теперь всем понятно стало. Далее перейдем к учету малоценного оборудования и запасов. Здесь у нас рассматривается противоречие, потому что если в 2021 году организация решила не применять ФСБУ 6/2020 «Основные средства», то здесь в части учета малоценного оборудования и запасов со сроком полезного использования больше 12 месяцев и стоимостью в пределах лимита, установленного организацией для учета МПЗ, возникает противоречие, потому что такие объекты активов по ПБУ 6.01 мы можем учитывать в составе МПЗ, а вот по ФСБУ 5/2019 не можем учитывать. И в этом случае фирма 1С рекомендует воспользоваться рекомендацией фонда БМЦ
И согласно данной рекомендации, вместо применения стоимостного лимита для отдельных объектов основных средств, организация может выделить группы основных средств, информация о которых заведомо несущественна. И исходя из особенностей деятельности организации и структуры ее активов, выделить такие группы и учитывать их обособленно. И давайте посмотрим, какие изменения были произведены в программе для учета таких объектов малоценного оборудования и запасов. Во-первых, на план счетов бухгалтерского учета был добавлен субсчет 10.21 малоценное оборудование и субсчета к нему по учету приобретения и выбытия малоценного оборудования. Кроме того, появился новое значение вида номенклатуры в справочнике номенклатуры – это малоценное оборудование и запасы. Теперь в документе поступления, когда мы выбираем объект с видом номенклатуры малоценное оборудование и запасов, то стоимость данных объектов списывается по бухгалтерскому учету на затраты, а по налоговому учету списывается в момент признания расходов при передаче сотруднику, либо при прочем списании. И обратите внимание, в документе расход материалов, если мы отметим, что мы учитываем расход и остатки, то у нас формируется проводка на забалансовом счете МЦ04 по данному объекту актива. И если посмотреть на проводки данного документа, то мы видим, что стоимость по налоговому учету списывается на 25-й счет, а по бухгалтерскому учету у нас закрывается счет 10.21.1. Далее мы постепенно перешли к учету расходов. И давайте посмотрим, каким образом настройки бухгалтерского и налогового учета по учету расходов влияют на расчет себестоимости продукции. Напомню, что у нас перечень прямых расходов для налогового учета выделен в отдельном списке. Он находится в настройках налогов и отчетов, раздел «Налог на прибыль», перечень прямых расходов. И здесь хотелось бы остановиться на разнице между прямыми и косвенными расходами в бухгалтерском и налоговом учете. В бухгалтерском учете прямые и косвенные расходы они учитываются по способу отнесения на себестоимость продукции. То есть прямые расходы у нас сразу относятся на какую-либо продукцию, а косвенные в конце месяца распределяются на определенные виды продуктов. А в налоговом учете прямые и косвенные расходы – это расходы, которые относятся по отношению к текущему отчетному налоговому периоду. То есть косвенные расходы у нас в полном объеме относятся к расходам текущего отчетного налогового периода с учетом требований, предусмотренных налоговым кодексом, а прямые расходы относятся к расходам текущего налогового периода по мере реализации продукции, работы, услуг, в стоимости которых они учтены. Вот, то есть вот такая разница, о ней нужно помнить. И мы посмотрим, что вот в налоговом учете, если эта статья затрат относится к прямым расходам, то она, как и в бухгалтерском, списывается на 20-й счет. 25-й списывается на 20-й. А в случае, если статья затрат относится к косвенным расходам, то на 90.08.1. И в нашем примере, допустим, вот ранее мы смотрели поступление материалов, в бухгалтерском учете мы списали стоимость при поступлении, а в налоговом учете мы отразили расход в следующем месяце. И у нас вот в месяце, когда у нас было поступление материалов, у нас образовались разницы. Отложенный налоговый актив и отложенные налоговые обязательства. Две проводки по двум объектам учета. Это материалы и готовая продукция. Эти две проводки связаны между собой. И как вот определить связь? То есть это вот проводка на стоимости поступивших материалов, а это проводка в части
в части реализованной готовой продукции. И если посмотреть на сальдо по счету 99.02 О, отложенный налог на прибыль, то у нас получается сумма 1345 рублей 40 копеек. И на ту же сумму мы можем выйти, если мы посмотрим на разницу кредитового оборота 43-го счета. То есть это наша реализованная готовая продукция. Если мы вычислим разницу между стоимостью бухгалтерского и налогового учета реализованной готовой продукции и умножим на 20%, то мы выйдем на ту же самую сумму. То есть вот здесь вот мы как раз вот явно сталкиваемся с определением расходов и с тем, что вот у нас образовался отложенный налог на прибыль в части реализованной готовой продукции. Далее давайте посмотрим на новый порядок учета управленческих расходов. Согласно пункту 26 ФСБУ 5/2019, фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции не включаются управленческие расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг. Вот мы давайте посмотрим эти два случая, как они реализованы в программе. Вот. В общем случае, если это у нас производственная компания, то значит, мы поменяем настройки программы, мы теперь на счете 26 будем учитывать только управленческие затраты, которые не включаются в себестоимость, а на счете 25 мы теперь можем отражать затраты тех подразделений, которые не выпускают продукцию, а только обслуживают производство. И в настройках учетной политики мы указываем, что у нас теперь основной счет учета затрат, допустим, 25-й. И здесь мы обязательно отмечаем один или оба вот эти флажка. Выпуск продукции, что мы осуществляем выпуск продукции, или оказываем услуги заказчикам и выполняем работы. Вот можно вот эти два флажка сразу отметить. И далее в этом случае у нас все затраты, которые мы учитываем на 26-м счете, будут списываться и в бухгалтерском, и в налоговом учете на счет 9008.1. А в случае, если наша организация оказывает консультационные услуги, и, в принципе, основная часть, все затраты у нас учитываются на счете 26, в этом случае мы здесь флажки не отмечаем в этой группе видов деятельности. И тогда у нас в бухгалтерском учете будет формироваться себестоимость по затратам, которые мы учитываем на 26-м счете. В налоговом же учете программа будет анализировать список прямых статей затрат. Если статья затрат относится к списку прямых затрат, то будет происходить списание на счет 90.02. Если это затрата косвенная, то на счет 90.08.1. Ну вот в данном случае мы видим разницу, которая у нас образовалась в результате разной классификации статьи затрат в бухгалтерском и налоговом учете. Далее посмотрим на новые правила учета арендованного имущества по ФСБУ 25/2018. Начиная с релиза 3.0.93 бухгалтерии Корп, данный функционал поддерживается в программе. Вот здесь вот можно увидеть список изменений, который был произведен. Очень много объектов добавлено было. И в настройках учетной политики у нас появилась возможность выбора досрочного применения ФСБУ 25. Далее в настройках функциональности программы мы теперь можем выбрать, включить функциональность по праву пользования предметами аренды, сдачи аренды, в аренду имущества, либо вот осуществление операций с лизинговым имуществом. И хотелось бы отметить, что учет операций дисконтирования автоматизированной арендных платежей доступен только в версии Корп бухгалтерии. Поменялся план счетов. Теперь для учета расчетов по договорам аренды новая группа счетов появилась и в рублях, и для учета в валюте, и в условных единицах.
Кроме того, в программе учет аренды можно производить по простой схеме, без использования права пользования активом, либо по сложной схеме, где признаются право пользования активами и обязательствами по аренде. Для этого, для документа поступления был добавлен новый вид операции «Услуги аренды». И непосредственно уже в документе с видом операции услуги аренды мы можем выбрать способ учета. Либо это простая аренда, либо мы признаем право пользования предметами аренды. Ну вот в данном случае вот проводки у нас сформировались по простой схеме. Был расширен состав регламентных операций по учету аренды и лизинга. Ну и в завершение хотелось бы отметить, что на портале ИТС очень много материалов по ФСБУ 25-2018. Ну, хотелось бы отдельно отметить лекцию Преображенской Виктории Витальевны. В данном случае, на мой взгляд, более важно понять суть стандарта на бумаге, а не на основании функционала, который реализован в программе, поскольку вот в данном стандарте очень много зависит от профессионального суждения бухгалтера, и как раз вот в данной лекции очень много внимания уделено именно данному вопросу. На этом мой ролик закончен. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!